Если видишь на картине нарисована река, или ель и белый иней, или сад и облака, или снежная равнина, или поле и шалаш, обязательно картина называется пейзаж. Если видишь на картине чашку кофе на столе, или морс в большом графине, или розу в хрустале, или бронзовую вазу, или грушу, или торт, или все предметы сразу, знай, что это натюрморт. Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь на нас, или принц в плаще старинном, или в робе верхолаз, летчик ты или балерина, или Колька, твой сосед, обязательно картина называется портрет.